Так, невозможно отказаться. Очень короткое видео постараюсь снять о параде планет 337 по Киеву 18 июля 2020 года в Харькове. Ныряют уже даже не за горизонт Юпитер со спутниками. А просто в посадку на горизонте. Не знаю, наверное, не видно на монитерную посадку. Ну хорошо. Поехали. Считаемся. Первые участники парада планет, выбывающие из строя, это Юпитер. И вот он, Сатурн. Юпитер 619 миллионов километров от места съемки, то бишь Земли, на нынешний момент. Сатурн. Ребятки, даже резкость, наверное, не буду наводить, просто уже... Сейчас и батарея у меня накроется медным тазом, потом как всю ночь снимаю. О, ну как же, где твои кольца, Сатурн? В общем, ребята, думаю, все увидели, что это Сатурн. Поехали дальше. Первый, второй участник парада планет, третий — Марс. 107 миллионов километров до него, до Сатурна был 1 миллиард 300. О, ребята, не буду резкость наводить. Просто хочу зафиксировать всех участников парада. И вон у нас последние три красавца. Потому как у нас сегодня к параду планет присоединилась еще и звезда. Венера у нас посередине в кадре. Слева, справа в верхнем углу Альдебаран. И Луна сегодня замыкает парад планет, хотя 4 числа июля, когда только начинался парад планет, она его открывала. Луна была впереди. Вот вам Венера, ребята. Хоть в таком жутком качестве расфокусена, зафиксирована. Луна рядом с какой-то звездочкой. Ну вот, совсем коротко, очень быстро. Но зато не села батарея. Так я еще и не выбрался купить себе сменный комплект. Этих батарей, может быть, на этих выходных получится. Сегодня суббота, на работу не торопимся. Дождался самого рассвета.
Так. Юпитер уже за горизонтом. Ну и вот здесь у нас комета. Ну, ее, конечно, уже не видно. Не получилось сегодня ее снять. Была облачная, а сейчас и не облачная, так не видать уже все. 18 июля 2020 год, Харьков, 3:43 по Киеву.